совместная репетиция участников шоу для финального выступления. Нашу землячку Милену можно узнать по ярким рыжим волосам. Это те немногие кадры закулисья, которые певица смогла нам показать. Название своей песни и сценический образ девушка пока держит в секрете. Увидеть выступление мы сможем по ТВ только в апреле. С песней по жизни Милена идет с 5 лет. Музыкалка, фортепиано, гитара, вокал пробовала себя и в других сферах. Но именно творчество стало и хобби, и ремеслом. Сейчас Милена дает уроки вокала и сама пишет песни. Рассказывает, о шоу узнала совсем случайно. Друг предложил отправить видеозаявку на кастинг. Ну, отправила и забыла. И вот знаете, вот помню прекрасно этот момент. Сижу на вот этом самом диване, жду вечернего студента. Он как раз задерживался минут на 10. И мне просто звонят с незнакомого номера. Я беру трубку, и мне говорят: «О, здравствуйте, вы прошли кастинг на «Новую звезду», поздравляем вас». Я подумала, что это шутка. Но шутка оказалась явью. Впереди Москва, репетиции, постановка номера и сцена перед звездными жюри. И в этот момент, пока все настраивали, я стояла вот с этим микрофоном и рассматривала товарищей жюри. И у меня не было такого, что: «Ой, божечки, Юлия Савичева». У меня такого: «Какая у нее интересная там сережка». Или Назару смотрю, у нее такой тоже там красивый был элемент гардероба. Я смотрю прям вот в наглую. Вот мне настолько все это было интересно. Любопытно, рассказывает девушка, что телепроект не просто конкурс, а целое шоу, которым управляет команда во главе с режиссером. Съемка началась с того, что какой-то громкий голос объявил: «Итак, товарищи зрители, выпрямляем спинки, убираем водичку из кадра, убираем телефон». И сначала отсняли аплодисменты. Вот, то есть он говорит: «Представьте, что сейчас на сцене появляется такой-то участник, и вы его встречаете, зрители, у-у-у», и, короче, 3 дубля. Просто это кино, и важно, чтобы аплодисменты были максимально яркими. Шоу уже отсняли и покажут по одному из федеральных каналов в апреле. Финалиста проекта будут выбирать сами телезрители путем голосования. Поддержать землячку смогут и жители нашего региона. Победа в голосовании позволит участникам выступить со своими авторскими песнями. Но главное, откроет новые возможности в мир музыкальной индустрии. Мария Мацаева, Алексей Фризин. День с толком.